Почти 600 предпенсионеров региона прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сегодня говорили специалисты областного департамента труда и занятости. По программе можно повысить квалификацию, освоить новую профессию, а также научиться пользоваться гаджетами и компьютерными программами. Пройти обучение можно, обратившись к своему работодателю, при этом ему возмещаются все затраты. Можно и самостоятельно обратиться в областной центр занятости. В центр занятости могут обратиться лица предпенсионного возраста, как состоящие в трудовых отношениях, так и не состоящие в трудовых отношениях. Обучение организуется в образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность. Срок обучения не превышает 3 месяца. Если лицо предпенсионного возраста не состоит в трудовых отношениях, центром занятости еще выплачивается стипендия в размере 11 280 рублей в месяц.